привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Алла Белочка. Сегодня на моем канале будет видео по запросу. Некоторые девочки, рукодельницы, попросили меня показать, как же пришиваются пайетки. Но перед этим хочу сделать маленькое, скорее всего, отступление и хотя бы кратко рассказать, в первую очередь, для новых зрителей о самом проекте, который я вышиваю на данный момент. На ваших экранах находится превью набора с красивой иконой. Икона Божьей Матери. Умиление. Фирма Аланта. Картины бисером. Вообще размер готовой работы получится 29 на 35,5 сантиметров. И здесь у нас вышивка на ткани с нанесенным рисунком. Вышивка в смешанной технике. Что же это значит? А это значит, что вышивка швом назад иголкой, а также вышивка в прикреп. Пришивается чешский бисер прециоза, также красивые камни разной формы, пайетки, стеклярус, рубка, бусины и пришивные стразы. Очень интересный на самом деле процесс. Но сегодня пойдет речь о самих пайетках. Итак, хотела бы показать поближе. Вот частично можете заметить, как все это выглядит. Сейчас, конечно, не то освещение, но самое главное показать, как пришиваются пайетки. На самом деле все это очень просто, легко и элементарно. Обратите внимание, здесь ткань с нанесенным рисунком. Есть разные значки, а также разноцветные линии. Ну, здесь пришивается сама рубка в прикреп, а в этих кругах я буду пришивать пайетки, бисер и в центре бусину под янтарь. Давайте вместе с вами повышиваю, и я вам покажу, как все это примерно выглядит. Давайте с вами сразу начнем вышивать вот этот центральный рисунок. С чего же здесь все начинается? А начинается с большой красивой янтарной бусины. Вот она. А в центре вот такой желтый значок. Потом пойдут пайетки, и в последнюю очередь пришивается сам бисер. Мне понадобится бисер, чешский бисер прециоза под номером 10, пайетки, и вот они, бусины эти. Но, скорее всего, это, конечно, также бисер крупного размера, шестерка или даже четверка. Вот как выглядят наши пайетки. Пайетки вообще бывают как плоской формы, так же и выпуклой. В нашем случае это красивая блестящая галогеновые пайетки выпуклой формы в виде кувшинки. Вот. И сначала я возьму вот этот большой, крупный, вернее, бисер. Я взяла уже бисерную иголочку, нитку полиэстер 100. Так, с изнанки вывожу на лицо иголочку с ниткой. Вот, выводим. Беру бусину. Скорее всего, мне так легче выражаться. Вот она. Нанизываю на иголочку и пришиваю. Так. Вот. Видно вам? Сейчас контейнер я уберу, скорее всего. Так как бусины и разные камни, стразины, я пришиваю дважды. Закрепляю, вернее, дважды. Так. И сейчас закрепим. Так, все готово. Дальше пойдут сами пайетки. Вот такие зеленые кружки, а в центре белые точки. Ну, тоже маленькие кружочки. Мне нужно вывести, обратите внимание, иголочку прямо в центре. Вот в этом белом кружочке. Обратите внимание. Выводим иголку с ниткой, берем пайетку. Так, можно как взять с помощью иголочки, либо с помощью руки. Так, смотрите. Нанизываем пайетку на ниточку. Вот она, вот. Теперь ее необходимо закрепить. Как же это сделать? А для этого нам уже понадобится сам бисер. Беленький вот такой жемчужный бисер. Вот он. Также беру одну бисеринку, нанизываю на нитку. Вот, опустила бисер вниз. Смотрите, надеюсь, вам видно. Теперь нужно закрепить именно этот бисер
И проходим через пайетку. Вот, в центре есть отверстие. Пришиваем бисер и сразу же пайетку. Вот как все это выглядит. Можно закрепить повторно. Это уже на ваше усмотрение. Также вводим иголочку на лицо. Так, и опять же пришиваем эту бисеринку. Все, закрепили дважды. Далее, следующая пайетка. Выводим в центр иголочку, в центр белого кружка. Берем пайетку. Вот они. Смотрите, вот такая в виде шляпки. Вот. И также понадобится опять же бисер. Жемчужный белый бисер. Нанизываем бисеринку. Так, секунду. Вот. Все, опускаем. И закрепляем. Опять же выводим эту иголочку в центр самой пайетки. И придерживаем ниточку. Все. Главное, контролируем, чтобы все это было пришито по рисунку. Я надеюсь, вам понятно. Все легко, элементарно, в самом деле. Опять берем пайетку. Так, вот она. Нужно взять так, чтобы пайетка смотрела вверх. Есть как изнанка, так же и лицо. Вот блестящей стороной вверх. И бисер. Так, опять же закрепляем. Можно закрепить как один раз, так же два раза. На ваше усмотрение. Я закрепляю по-разному. Могу дважды пришить этот бисер, а могу через одну пайетку закрепить дважды. Вот. Как-то так. Еще раз берем пайетку. Вот. Видите, как все легко и просто на самом деле. Главное не забыть про бисер. С помощью этого бисера мы закрепляем пайетку. Она никуда не денется. Вот. Размер бисеринки получается чуть больше, чем отверстие у пайетки. Ну вот еще остается две пайетки пришить. Так. Вместе с вами повышиваем. Так. Ну и последнюю я хочу закрепить дважды. Опять же в центре ввожу иголочку. Берем пайетку. Так, вот она. Берем бисер. Опускаем. И опять же иголочку вводим наизнанку. Через отверстие. Вот. Как бы получается, пришиваем бисер. Вот сверху. И пайетка закрепляется. Так, я ее хочу дважды закрепить на последнем этапе. Все, закрепила все пайетки здесь и приступаю к вышивке бисера. Вот, по кругу нам нужно пришить бисер. Вот такой красивый зеленый металлик бисер. Здесь уже идет шов назад иголка. Так, все, дальше я стану пришивать бисер. У меня выскочила иголочка. Ну, ничего страшного. Я надеюсь, вам было все понятно и ясно, как пришиваются пайетки. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. На этом все. Спасибо вам за ваше внимание. С вами была Алла Белочка и мой небольшой, скажем так, мастер-класс, как пришиваются пайетки. До новых встреч. Всем пока-пока.